Здравствуйте, вас приветствует новости сейчас. В студии работает Евгений Павлов. Смотрите сегодня в выпуске. На жуках в Поднебесную. Путешественники из Германии отправились в Китай на раритетных автомобилях. Любители жуков не смогли не заглянуть на Байкал. Там их и встретила Полина Кузянина. Были путешественники, которые совершают международный автопробег на раритетных автомобилях марки Volkswagen. Полина Кузянина узнала, куда они направляются и как жук ведет себя в дороге. Он называет ее нежно «Моя старушка». Организатор необычного автопробега Ричард Хаусман за рулем жука 1949 года. Этот автомобиль хоть и справил свой 60-летний юбилей, но без труда преодолел уже 9 тысяч километров из немецкого города Ерлангена до Иркутска. Здесь 5 старых Volkswagen'ов и 3 из них мои личные. Я коллекционирую эти автомобили. Кабриолет, самая старая и голубая. Это мои. Дома у меня еще 2 жука, и я надеюсь найти еще, может быть, и в России. 5 жуков и 14 отчаянных парней. В столь дальнее турне любители старинных автомобилей отправились впервые. Каждый из них не раз путешествовал по планете, но для этого всегда использовались современные авто. Поэтому и для старушек, самая юная из которых датируется 1956 годом, автопробег в новинку. Колонну сопровождают 2 технических машины со всем необходимым, включая запасные части и моторное масло. У нас иногда возникают проблемы в пути с колесами или мотором, но все это мы решаем. А в больших городах мы посещаем сервисные центры Volkswagen. Там проходим диагностику и необходимый ремонт. Мы были в Новосибирске, а теперь посетили сервис-центр в Иркутске. Это последний до пересечения границы с Монголией. Грязь на капоте, память о Тулуне. Ее автомобилисты пока смывать не будут. Хотят, чтобы все впечатления о путешествии сохранились как можно дольше. Однако фары перед отправкой из Листвянки в Иркутск все же протирают. В нашем городе любители раритетных жуков останутся на ночь. Большое путешествие в маленьких автомобилях продолжается. Жукам предстоит пройти еще больше 3000 километров. В пункт назначения Пекин путешественники планируют прибыть 30 августа. Полина Кузянина, Константин Синицын. Новости сейчас. Кабриолет.